тысячный, 5,5 и ВС-очка. И... Будьте аккуратны с этими вот подмолдингом сам. Добрый вечер. Сегодня на покрасочке у нас Audi. Здесь крылышко, в общем, сбивалось до металла. Мокрый по мокрому прошел, то есть это еще вчера прошел. Ну, в общем, не важно. То есть крыло красилось мокрый по мокрому. Здесь был в ремонте. Пройдем протирчики все баллончиком. Один слойчик, так вот. Оба. Иду менять. Что такое? Палец. Жесть. Я эти торцы всегда прохожу, то есть не смотрю, протер, не протер, то есть всегда прохожу, чтобы спокойная голова была. Потому что можно и не заметить, как бы, будет некрасиво, нехорошо. Все, в общем, заряжаю красочку. То есть надо подождать минут 10-15, пускай подсохнет. И начинаем краситься. Цвет так, довольно-таки нелегкий. Все, кидаем сюда капюшончик. И начинаем маляваться. Так, то есть меня просили показать свои пистолеты, инструменты. То есть вот все, что у меня есть. Только три. Фазер 5000, 5,5 и ВС-очка. И грунтовочный. Все, идем в камеру, начинаем красить. Берем пушку. Начинаем блендер из заднего крыла и пойдем наперед.
все. А, уже начинает сохнуть. Чувствуется, что краска, блин, идет так, момент как-то подсыхает, то есть просит повлажнее. Влажность очень маленькая сейчас. Ладно, все, досушиваем и лакуемся и делаем потеки по всей машине. Вуаля, готово. Посмотрите, как красиво натянулось. Вообще четко. Водичка. Что, погнали? Как всегда на ставочке. Максимум, нет, один оборот закручен. Здесь 2 бара. И здесь 2,7 оборота, почти 3. То есть до 3 не доходит. На 3, когда ставишь, уже ну слишком чувствуется уже. Пакел уже поджимается конкретно. То есть мне вот 2,7, то есть само то. Погнали. Ауди шагрень такая разлитая, жирненькая такая, но разлитая. Я уже не в одном видео говорил, то, что мне очень красивые аудюховские шагрени. Все, делаем выдержку и наносим второй слоец. Ну что, пилим второй слоец. Начинаем с машины и переходим на крылышко. Настройки все те же, пистолет немного дальше.
класс. Здесь, короче, не ручки. Ручки сами сняты, просто этот сам механизм оставшись. Шагренька, бомба. Здесь, когда лакуется, молдинги здесь не снимали, то есть не ковыряли машину почему-то, я не знаю. Обычно снимают, но здесь вот не сняли. Попросили красить так. То есть будьте аккуратны с этими вот под молдингом сам. Ну, постарайтесь залить лачка, потому что и потом полирнуть здесь неудобно и так далее. То есть здесь учетка. Машинку высушим, покажу по цвету. Так, ребята, ну вот, все готово. Полирнул соседние деталечки. Все по красоте. Самое главное, то есть было мне вот, как говорил, с капотом. Огонь. Вот. Всем спасибо, всем удачи, пока.